Отлично. Ну что, друзья, мы с вами, конечно, очень опытные на рынке уже практически 8 лет, перепробовали много, перепробовали и кэшбэки, и всевозможные технологии, и ваучеры, и связь с реальным сектором экономики, продуктами, и фиатным миром, и очень много всего перепробовали. Но сейчас образуется очень крутой, мощный тренд, это Web3 в соединении с блокчейном, играми и DeFi технологиями. И в это направление мы сейчас очень усиленно, очень целенаправленно начинаем движение. Мы все еще абсолютные фанаты блокчейн-технологии, абсолютно уверены, что эта технология и есть тот невероятный шанс, как когда-то интернет был для сотен миллионов людей, и сейчас, в принципе, 4,5 миллиарда людей им пользуются. Блокчейн сейчас переживает очень крутой период жизни, где количество пользователей просто каким-то феноменальным образом увеличивается. И, по сути, если разобраться и посмотреть на любые инструменты в нашем рынке, мы увидим, что, в принципе, хорошо подняться, заработать денег, стать успешным, кроме как в блокчейн-индустрии, и нигде места и не осталось, да? Экономика настолько стала рестриктивной, что практически все инструменты перестали сейчас работать и даже еле-еле справляются с инфляцией. Мы видим, что большие компании, корпорации давно уже открыли для себя мир блокчейна, технологию блокчейна, и в этом году и в следующем году значение блокчейна станет просто каким-то феноменальным, потому что был принят вызов, да, был заявлен в рынок вызов, и он был принят построить к концу 2025 года 1 миллиард пользователей. Сейчас где-то цифра доросла до 350 миллионов. Вы видите это на биржах, как монеты растут, как капитализация увеличивается, как действительно и биткоины, топы сейчас находятся в булране, да, таком в бычке, да, если простонародным языком использовать. А причиной всему то, что Web3, а конкретно игровая индустрия, приняла и заявила вызов, что построит сама 1 миллиард пользователей в криптоиндустрии, в блокчейн-индустрии, и были запущены уже первые Web3 игры. Это Нот, это TapSwap и это Hamster Combat. Сейчас, конечно, там добавляются больше игр, но это просто Нот был первый, 35 миллионов пользователей выстроил за 4 месяца практически за первые. TapSwap тоже где-то за такое же время более 40 миллионов. Ну и абсолютный победитель зрительских симпатий это хомяк Hamster Combat, который сейчас на сегодняшний день имеет более 200 миллионов пользователей, которые регулярно играют в игру. Ну, это просто какой-то космос. Да? Если учесть, что весь крипторынок имеет 350 миллионов, а у одной этой игры 200 миллионов, вот вам, в принципе, и все объяснения. Так, здесь очень важно. Сейчас я секундочку. Так, секунду. Да. Так что, друзья, Web3 – это сила, игры – это сила. Сейчас все, в принципе, конвертируется в игровую форму, и обучение, и бизнес, и заработки, и технологии. Все переходит в игру. Люди, наверное, устали просто от сложностей и ищут выход в простых решениях, которые приносят быстрые, эффективные результаты. Ну и, конечно, Web3, ну, здесь просто сам Бог велел во всем этом участвовать. Технология очень простая, идея очень простая. Есть игра, в которой пользователи могут кликать по экрану и зарабатывать себе внутреннюю валюту. Также они могут заниматься майнингом, выполняя простейшие задачи, открывая специальные карты, которые приносят пассивный доход в час, и зарабатывают себе внутриигровые коины. После чего эти коины обмениваются на реальную криптовалюту через так называемый airdrop. Это когда разработчики конвертируют
игровую валюту в реальные токены и приносят их для листинга на биржу. Таким образом, все в восторге, все мечтают крупно заработать. У кого-то это получается, у кого-то не очень получается. Здесь нужно все-таки смотреть на конкретную индивидуальную стратегию, но Notcoin, к примеру, показал феноменальные результаты. У них сейчас оборотка там несколько миллиардов в день. Ну, сами понимаете, когда у тебя 30 миллионов пользователей, там действительно можно показывать феноменальные результаты. И на этом все строится. Сейчас подходит хомяк с 200 миллионами. И, конечно, я думаю, до конца года еще так пару сотен таких игр появится на рынке. С нашей стороны мы давно видим этот тренд, мы с самого начала за ними наблюдаем и хотим участвовать в этом вызове, во всей гонке. И мы приняли этот челлендж, этот вызов с игрой, абсолютно уникальной, фантастической игрой Battle Bulls, да, боевые быки. Бык здесь как символ роста, успеха. Да. Бык – это знак Wall Street, бык – это знак Bull Run, на бычке в биткоине и тому подобное. Это знак того, что идет рост, развитие, богатство и тому подобное, да, именно заработок и тому подобное. Так что быку быть, и сегодня игра запустилась в тестовом режиме, уже сейчас в игру буквально за несколько часов начали играть несколько тысяч участников. Чаты гудят, канал взрывается, игра прям накаляется. Ну, очень круто. Поэтому, так, здесь у меня что-то пикает, это нужно прекратить. Непонятно, почему кто-то пикает. Секундочку. Да, это Battle Bulls. Опять же, здесь не нужно смотреть на то, что это там называется Battle Bulls. Есть просто целое направление, да, батлки. Это там, где происходят какие-то соревнования, сражения и тому подобное. Здесь не будет никаких кровавых сражений или еще что-то. Игра больше будет походить в своем батл-модусе на игру «Морской бой», где пошагово один человек нападает на другого, другой защищается. Очень все в цивильном красивом режиме и просто наносятся какие-то очки урона. И тот, у кого меньше урона, тот и победил. Да? Это игра, которая симулирует, дает вам некий симулятор и дает вам возможность почувствовать себя владельцами блокчейна. Вот я говорил, что блокчейн – это следующая модель технологии и вообще шансов на рынке, но по сути никто не знает, как с блокчейн работать, зарабатывать, как обращаться с блокчейн, вообще это что-то такое очень далекое, и в игре вы получите возможность стать владельцем собственного блокчейна. Представляете, это просто нереально. Получить все необходимые знания, фишки, инструменты, чтобы понять, как же наконец зарабатывать в рынке блокчейна. Игра абсолютно бесплатная, здесь нет никаких подводных камней или еще что-то. Здесь вы ведете свой собственный блокчейн-бизнес, зарабатываете внутреннюю игровую валюту, и с 1 августа начнется airdrop, и вы начнете обменивать все ваши заработки на реальные токены, который будет залищен на бирже 1 ноября. Ну, опять же, все давайте по порядку. Рынок мобильных игр, он очень огромный. Друзья, 250 миллиардов долларов емкость рынка составляла только в 2023 году. 1,7 миллиарда пользователей играют уже. Да, это уже готовая комьюнити, в которую можно просто врываться. А это все такие новоиспеченные. На самом деле, они рано или поздно, все игры придут в блокчейн. Поэтому мы просто начинаем раньше. И этот рынок растет каждый год на 15%. Просто феерия.
Мы, как никто другой, опытно, имеем большой опыт в криптоиндустрии, в блокчейн-рынке. Мы понимаем, как на блокчейн зарабатываются деньги. Мы понимаем, каким правилам нужно следовать, с какими вызовами нужно справиться. И здесь эти все знания мы хотим в Web3-индустрию принести, а точнее помочь им обеспечить такой легкий анбординг между играми и крипторынком, блокчейн-индустрией. Также помочь привлечь новых пользователей. Они с этим тоже прекрасно справляются, но здесь есть один нюанс. Они это хорошо все начинают, но у них нету опыта с блокчейном, у них нету необходимых скиллов, команд, разработки технологий и тому подобное. Комьюнити собрать – это одна задача, потом этой комьюнити дать возможность с блокчейном работать, обучить их, дать инструменты для заработка и роста или саморазвития – это все дополнительные задачи, с которыми сейчас на самом деле так, простые игрульки не смогут справиться, даже если у них там под сотни миллионов пользователей, они к этому еще не готовы. А мы готовы, у нас это все есть, поэтому мы думаем, что с нашим опытом, с нашими инструментами мы сможем дать крипторынку существенную поддержку в наработке этого миллиарда пользователей. Ну и, конечно, свои тоже преимущества мы хотим с этого поиметь, большую комьюнити, с которой мы можем очень продуктивно и очень круто работать. Именно это мы и хотим преподнести, связь, да, такую профессиональную, отточенную, очень опытную связь между играми и блокчейн-индустрией. Опять же, вся механика в игре очень простая. Нужно кликать по экрану, нужно собирать монетки, нужно приглашать друзей вместе развиваться, также выигрывать битвы и становиться таким внутриигровым, очень богатым магнатом. Весь заработок потом конвертировать в настоящий токен и, соответственно, профитировать полностью от крипто и блокчейн индустрии. Ну, это опять же, мы это все расскажем и покажем. Мы это будем делать намного быстрее, я надеюсь, что намного грамотнее, и нашей комьюнити, я надеюсь, что это намного сильнее все зайдет. В нашей игре также присутствует активный кликинг. Это когда у людей, даже если нет ресурсов, они могут просто своими физическими действиями, кликанием их добыть, получить со временем, развить и начать использовать в игре. Дальше есть пассивный доход в час. Это функция майнинга, которую нужно активировать путем открытия специальных карт. Карточки – это некая академия, некая обучающая сущность, которая показывает всем пользователям, которые, возможно, вообще новички в этом рынке, что вообще такое блокчейн, что такое крипторынок, что такое Web3 и тому подобное. Вы видите, объясняется, что такое биткоин, BTC, что такое биткоин пары, объясняется, что такое смарт wallet, что такое сплит и тому подобное. Таким образом, мы пользователям преподнесем информацию и обучим их не только азам блокчейн-индустрии и крипторынка, но также покажем и преподнесем в правильном свете наши технологии, наши наработки и наши продукты. Опять же, здесь нет никакой платной модели, здесь нет никакого заработка или еще что-то, помимо конвертации игровых токенов в реальные токены, их листинга, и вот уже с токеном можно многое что делать. Также у нас есть боевой режим, батл-режим, где пользователи друг с другом соревнуются за особенные карты, которые приносят пассивный доход, да, в очень большом таком серьезном количестве. Ну, а батл-режим – это отдельные вещи, так что я уверен, что он всем очень сильно понравится. Наша механика, она в принципе такая же. Люди кликают, люди занимаются майнингом. Почему майнинг? Да? Потому что вы
владелец блокчейна, а майнинг – это часть блокчейна, или минтинг, или там сплитинг, стейкинг. Этому всему мы научим наших пользователей. И также все равно это элемент состязания, потому что рынок есть, на рынке всегда конкуренция. Да, здесь такой сильной конкуренции нет, просто нужно друг с другом немножко соревноваться. А кто же все-таки в эту игру немножко будет посильнее, тот и больше заработает. Опять же, шансы всегда 50 на 50. Здесь будет все зависеть от личного опыта, смекалки и, конечно, прокачки вашего персонажа. Чем мощнее ваш персонаж, тем больше шансов на победу. 1 августа у нас уже состоится airdrop, это практически через 4 недели, так что нужно сейчас успевать, и игра запущена с сегодняшнего дня в прелаунч, да, в таком тестовом режиме, в стартовом режиме, где мы главной задачей поставили наработку первоначальной комьюнити, ну и, конечно, проверку всех модулей. Нам нужно проверить и реферальный модуль, как приглашаются друзья, да, и как отрабатывают тексты, как отрабатывают задания в игре, как отрабатывают боты, каналы и тому подобное. Нам это все нужно, потому что мы ожидаем очень большую аудиторию, нам это нужно все грамотно отработать и оттестировать. И шаг за шагом, там, возможно, там каждую неделю или, может, даже чаще будет появляться новый функционал, и все станет интересно. Самая задача сейчас – это вам прийти и пригласить всех ваших друзей, потому что сейчас дается в игре феноменальный промокод, я расскажу это в конце презентации, который позволит вам получить, ну, просто мощнейший запуск до 1 августа. Да, и когда начнется airdrop, чем больше внутренней валюты у вас будет, тем больше настоящих токенов вы сможете получить, потому что токены будут вводиться аж в реальном времени с 1 августа по 1 ноября, где в ноябре мы планируем листинг, будет выводиться. Вот заработал, вывел, и тут же можно не ждать даже листинга, тоже начать получать феноменальные преимущества от airdrop-овских монет. Так что 1 августа, пометили себе, нужно максимально включиться, airdrop, нужно максимально просто сфокусироваться, чтобы иметь прям обалденный здоровенный баланс, чтобы поучаствовать в airdrop просто по максимуму. Итак, в чем же суть всего токена? Очень просто, ограниченная эмиссия. Если у других игр это какие-то супер миллиарды, триллионы, квадриллионы, кубалионы, как они там только не называются, просто огромное количество монет, то у Bull токена все просто. 10 миллионов монет, max supply, 100% идет все комьюнити. Извиняюсь. Да, например, если возьмем хамстера, хомячка, то они для комьюнити выделяют всего 1% монет. Один. Это вообще, ну это мизер, на 200 миллионов поделить 1%, это будет сложно. Тем более, еще идут, хотят делать в замороженном режиме, да, разбивать не сразу выдавать, а прям потом и вообще медленно и пошагово и тому подобное, да, в замороженном режиме. Мы решили пойти по пути ноткоина, который просто сразу все отдал. И мы хотим сразу все отдать. Все 100% всем пользователям. Мы даже пошли дальше. Будем 1 августа, это официальный запуск полномасштабной игры. Вот как только игра запустится, сразу начинается airdrop, чтобы никто ничего не ждал, чтобы никто ничего как бы не потерял, я имею в виду никакой токен нигде, никакую возможную прибыль, нигде ничего не улетело. 100% идет в комьюнити, ни у команды, ни у фирмы, ни у чего, ни у кого не остается, а все, что не успеет раздаться, сожгется. Все делается для того, чтобы построить 100 миллионов пользователей. Я думаю, что шансы реальные. И самое классное, запомните эту цифру, листинг токена будет происходить по курсу 10 центов. Это очень низкая цена и рост, ну, практически гарантирован. Так, ну и зачем же нужен этот токен? Этот токен нужен, чтобы принимать участие в других играх. Дело в том, что параллельно мы строим настоящую онлайн-гейминговую платформу, где можно будет
дальше продолжать играть и зарабатывать. На этой платформе будет до 100 игр в течение следующих 12 месяцев. И в этих во всех играх нельзя что-то проиграть. В них можно только играть и заработать. Да? Нету никакой потери, есть только преимущества. Дальше, конечно же, сам листинг 1 ноября. Мы постараемся вовремя залиститься на каких-либо биржах. У нас уже есть конкретные апрувы от Tier 3 бирж, да, это биржи третьего уровня. Мы, даже там практически 100% листинг. У нас Tier 2, это Tier 2 биржи, это биржи второго уровня. Предварительные уже есть одобрения. Ну и с Tier 1 биржами, таким как Binance или Bybit, мы сейчас налаживаем взаимодействие. Я думаю, что в зависимости от комьюнити, которую мы к ним приведем, листинг не составит какого-то большого труда, поэтому или каких-то затрат, поэтому здесь происходит airdrop, токен несется на биржу, там он торгуется или просто продается за USDT или другие монеты. Ну и третья функция нашего токена – это функция именно bull токен, это не просто utility токен, да, который можно торговать или продавать, или обмениваться. Это так называемый split токен. Никто на крипторынке, в принципе, понятия не имеет, что такое сплит токен. Но наша комьюнити этой уникальной технологией пользуется уже практически один год и знает, как она работает, и в абсолютном восторге. Все дело в том, что существует специальный выделенный пул для игры. И если у вас есть bull токен, да, если у вас есть игровой токен, вы просто его держите на кошельке, нажимаете кнопку каждый день и получаете из этого пула, абсолютно выделенного децентрализованного пула ликвидности, ту самую ликвидность в виде Ultima токена. Это еще один токен, который уже больше года торгуется на рынках, он залищен на бирже, он многочисленными путями проверен, и его можно спокойно торговать или обменивать на другую криптовалюту. Что касается игр, то тут не будет никакого гемблинга. Здесь исключительно play to earn, здесь только позитив и, конечно, многочисленное использование для токена. Такие как всевозможные продукты в игре, там какие-то айтемы, какие-то ивенты, какие-то вообще фишки, плюшки и тому подобное. Это все в игре. Листинг сам по себе всем понятен, вам дается токен, у токена низкая цена на старте, комьюнити видит новый листинг, цену начинают пушить, приходят маркетмейкеры, смотря какие биржи будут, смотря какую позицию мы заберем, какая комьюнити будет, и в принципе рост и комьюнити, который мы планируем до 100 миллионов, и цены, потому что листинговая цена от 10 центов, а вы знаете, наши сплиты, которые уже есть в системе, самый дешевый 220 евро, самый дорогой 22 тысячи. Да, поэтому 10 центов это просто, но это будет максимальный подарок всей комьюнити. Поэтому, друзья, полный вперед. Все равно цена токена будет образовываться на рынке в день листинга путем спроса и предложения. Итак, наши сплит-токены – это часть огромной технологии сплитинга, который сравнивается и с майнингом, как у биткоина, и со стейкингом, как у эфира. И сплитинг – это уникальность нашей технологии, которая в принципе является неким гибридом между этими двумя технологиями, только, конечно, более энергосберегающая и экологически чистая, где все очень легко использовать и можно получать вознаграждение каждый день на протяжении всей жизни. Это пожизненные вознаграждения из сплитинга. Все очень просто. Держите монеты на кошельке, кликаете каждый день на кнопку, забираете ваше вознаграждение. Чем больше монет, чем чаще кликаете, тем больше вознаграждения. Все очень просто. Вознаграждения берутся из специального выделенного пула, который заполнен монетами, и оттуда оно все
черпается. Поэтому, друзья, все круто, технология уникальная. Я уверен, что всем пользователям и игрокам нашей игры они просто с ума сойдут от этой технологии. Они такого никогда не видели. И ни одна другая игра с этим не может конкурировать, потому что у них нет этой технологии, нет этого опыта, нет таких пользователей, которые там разбираются. Ну и вообще это все не сделать там за 1-2-3 месяца. Нужны годы разработки, чтобы вообще в это все вникнуть. Поэтому, друзья, все круто. Также из пулов исходит монета Ultima. Всего 100 тысяч монет на рынке, 28 было создано, да, 28 реально, 28 тысяч в свободном доступе на рынке. Около 4,5 миллиона транзакций уже прошло через эту монету. И нынешний курс, он колеблется между 2 и 3 тысячами. Взяли минимальный реестр 2 тысячи, который сейчас... В принципе, ну, ниже рыночного, но я думаю, что лучше брать ниже, чем выше. Монета также уже прошла многочисленные аудиты, в частности, у такого известного аудитора, как Certik Foundation. Также монета залищена на многих биржах, зарегистрирована на регистраторах CoinGecko и CoinMarketCap. Также верифицирована там, является торговой парой, да, торгуется уже на рынке. 49 миллионов рыночная капитализация, где-то 30 тысяч активная комьюнити. Ранг на CoinMarketCap не такой высокий, но это мы до конца года очень сильно исправим. На самом деле это есть тот шанс, где все могут на Ultima очень круто подняться. 2,5 миллиона ежедневный оборот на биржах. Все, что касается всей экосистемы, все расписано в white paper'ах, в белой книге. У Ultima она уже есть. Для игры он сейчас создается. Ultima, она не просто какая-то монета или еще что-то. У нее есть четкая, понятная экономика и инфраструктура. Очень крутая инфраструктура, как свои собственные дебетовые, виртуальные и пластиковые карты, как marketplace с 5 миллионами пользователей, с 5 миллионами продуктов, которые доставляются более чем в 200 стран из 100 категорий. Ultima залищена в уникальном кошельке Smart Wallet, где присутствуют и сплиты, и Ultima, и происходит весь сплитинг, да, все вознаграждения приходят туда. Кошелек абсолютно безопасен, его безопасность обеспечена технологией Smart Defender. Это уникальнейший продукт, который защищает ваш приватный ключ от всевозможных хакерских атак и тому подобное, делает ваш кошелек абсолютно безопасным устройством. И Ultima – это такая монета, которая позволяет, в принципе, не просто получать через нее, с ее помощью вознаграждение из разных пулов, ну и которая с 1 августа тоже станет сама носить все функции сплита, и можно будет не просто за там, игровой сплит или за другие сплиты получать ультиму в виде вознаграждения, но и за удержание ультиму, за заморозку ультимы в кошельке можно будет получать на саму ультиму еще вознаграждение в ультиме, ну типа стейкинга, да, только без печатания новых монет. И когда вы замораживаете ультиму, получаете вознаграждение в дополнительной ультиме, включается, да, сложный механизм, заморозка на заморозку. Таким образом вы сможете еще сильнее усилить ваш портфель. Ну, об этом давайте по порядку. Во-первых, 1 августа намечается просто, это будет взрывной день, потому что запускается и игра в полном масштабе, и запускаются все пулы, которые мы подготовили к этому. Также у нас есть очень серьезная стратегия уменьшения предложения Ultima монеты на бирже, поэтому ожидается сильнейший рост монеты. Самое главное, запомните, для 1 августа вам нужно просто на 100% сфокусироваться, разобраться в системе, возможно, 2-3 раза еще пересмотреть этот вебинар и разобраться во всех вопросах и не потерять это время, максимально заработать ультимы, максимально получить продукт, максимально всех пригласить, максимально поработать. Это самое главное, что сейчас на весь июль у нас
рассчитывать. Итак, как же работает вообще сплитинг? И в данном контексте сразу скажу, что у нас было две версии сплитинга. Сплитинг 1.0, сплитинг 2.0. И сейчас, 1 августа, мы переходим на сплитинг 3.0. Что такое сплитинг 3.0? Сплитинг 3.0 – это создание абсолютно нового, выделенного, уникального пула ликвидности, который наполнен ультимо-монетами просто до краев. И который обеспечивает ежедневный и пожизненный доход, пожизненное вознаграждение из этого пула на ту ультиму, которую вы в кошельке именно замораживаете. Дело в том, почему важно разделять между ультиму, которую вы держите на кошельке, и ультиму, которую вы замораживаете. Да, именно там будет кнопка «Заморозить», ее надо нажать. Дело в том, что у нас сейчас, как я уже сказал, 100 тысяч монет где-то на рынке. Заморожены в пулах, находятся на биржах, в кошельках, где-то летают по всему миру. Так вот, эти все монеты не имеют никакого отношения к ультимапулу, который будет создаваться. И все расчеты, которые ультимапул делает для оплаты вам ваших вознаграждений, он не учитывает эти монеты вообще никак. Неважно, сколько монет, где там и как летает, неважно. Ultima Pool смотрит только, насколько монет была нажата кнопка «Заморозить». И отнимает то количество монет, на которое была нажата кнопка «Разморозить». Да? Он учитывает только конкретно с помощью этой кнопки замороженные Ultima монеты для расчета. И здесь есть два модуса «Заморозки» и «Разморозки». Во-первых, нажимая кнопку, вы замораживаете ваши ультимо-монеты на неопределенное время. Да? Нету какого-то конца заморозки, когда эта заморозка автоматически прекратится. Нету автоматики. Но есть кнопка «Разморозка», и вот у нее есть две функции. Первая функция – это, ну, можно сказать, такая тестовая разморозка, где каждые 10 минут можно забрать свои монеты. Вот вы заморозили? И вдруг испугались, или передумали, или вообще поняли, что совершили какую-то ошибку, заморозили на том кошельке, например, да, или не ту сумму, или не хотите замораживать эту сумму, хотите заморозить половину или 10%, да. Ну, разные могут быть сценарии. Поэтому у вас есть фишка, есть возможность нажать кнопку «Разморозить», и ровно через 10 минут все Ultima токены снова станут вам доступны. Но опять же, не забывайте, чтобы получать вознаграждение из пула, заморозка должна продержаться минимум 24 часа. Да? Оплата происходит каждые 24 часа. Поэтому если вы заморозили, ну, прекрасно, получите ваши монеты обратно, но вознаграждение никакого не получите. 24 часа. И есть еще один модус разморозки, это разморозка через год. Почему мы этот модус тоже ввели? Ну, во-первых, мы сейчас видим из опыта наших предыдущих продуктов и вообще, что все пытаются... Если они замораживают, то никто не замораживает на самом деле там, на 10 минут или на день, или даже на месяц. Минимум замораживают на 3-6 месяцев, а если хорошие бонусы дадут, то и на год. Если очень хорошие, и на 3, но в принципе до года все нормально. Поэтому мы решили ввести такую промо и говорим, хорошо, хотите просто оставаться в постоянной подвижности, иметь абсолютную флексибильность, да, ну, абсолютную свободу действий. Вот у вас есть 10-минутная разморозка, делайте, что хотите. Заморозили, стройте ваши стратегии, мы тут никак не участвуем. Но и бонуса, и промо никакого не получите. Если вы хотите феноменальные бонусы, крутейшие промо, то будьте добры заморозить на год, потому что на самом деле, будем честными, если замороженная ультима будет приносить вам хорошие вознаграждения, никто не будет его размораживать и сильно там продавать. Зачем? Тем более сейчас на старте, когда у вас есть возможность заморозить ультиму по цене практически, ну, на самом дне там за 2000, а через там 3, 4, 5, 6, 8 месяцев, когда ультима будет стоить 20 тысяч, никто не будет размораживать. Зачем? Зачем, если она приносит вам просто феноменальные какие-то вознаграждения по феноменальному какому-то курсу? Да, никто не будет, как говорится, убивать курицу, которая несет золотые яйца. Никто. А разморозка – это, соответственно, просто вы делаете так, чтобы ваша курица перестает быть курицей и ничего, никаких золотых яиц уже не несет.
Дальше, конечно, все равно, если люди полностью держат год монеты ради получения вознаграждений, то, конечно же, они хотят получить максимум возможных вознаграждений, поэтому они хотят взять и промо из бустер-пула, который 1 августа запускается, и из игрового пула, который сейчас вот игра делает, ну и, в принципе, забрать все преимущества, которые только возможны. Давайте посмотрим на примере, о каких вообще возможностях мы говорим в ультима-пуле и в сплитинге 3.0. Посмотрите сюда. Неважно, сколько монет в рынке присутствует, да, сейчас их там 100 тысяч, участвуют только те, которые реально были заморожены. Так вот, на первое время я абсолютно уверен, что пока эта вся информация дойдет до всей комьюнити, пока они научатся этим всем делать, в системе будет заморожено очень мало монет. Поэтому те, кто в самом начале к этому приготовится, затарятся монетами, будут ждать, и когда только ультима заморозка запустится, сразу начнут замораживать, то уже на следующий день их вознаграждения будут просто колоссальными. Там и 3.0, и 4.0, и так далее, более чем возможно. Поэтому нужно обязательно успевать. Особенно если курс будет расти, а он будет расти. Сейчас после этой презентации вы все поймете. То, конечно, число нулей будет вас, мягко говоря, приводить в абсолютный восторг. Дальше, конечно, когда пользователи будут видеть, что опа, заморозка появилась, тут прилетают вознаграждения не слабые такие, люди зарабатывают какие-то баснословные деньги, конечно, все больше ультима будет замораживаться. Но опять же, тысяча, что такое 1000 монет? Дело в том, что даже при 1000 монетах, то прибыль пулов и сплитинга, она просто колоссальная. Ничего с этим сравниться не может. Вообще ничего, ни один инструмент на рынке со сплитингом сравниться не может. Даже тот же майнинг и стейкинг, они рядом не стоят со сплитингом. Просто нужно его грамотно сейчас раскачать, что мы и делаем. Ну, а если 10 тысяч монет, вы скажете, заморозите? Да, возможно, тогда, конечно, вознаграждение будет меньше. Но, опять же, скажу вам по-честному, нету сейчас в рынке 10 тысяч монет. Так что, если кто-то захочет заморозить, если мы сможем заморозить 10 тысяч монет, значит, мы назамораживали вообще больше, чем монет сейчас в рынке находится. И цена будет расти просто какими-то колоссальными шагами. Да? 50 тысяч – это вообще будет не цена. Поэтому, друзья, здесь с пулами все круто. Также бустер-пулы, которые будут приносить, да, дополнительные возможности. Но, друзья, что тут говорить? Нужно просто успевать, нужно этими преимуществами пользоваться и забирать просто все преимущества, потому что на самом деле, если мы посмотрим в разрезе, то бустер-пул способен в разы больше приносить вознаграждение, чем даже ультима-пул, потому что бустер ограничен, он идет только 3 месяца на заполнение, потом приватный ключ сжигается, и, в принципе, кто зашел, тот зашел, он больше не увеличивается в то время, когда количество замороженных токенов в ультима-пуле может кратно увеличится, да, там в 10 раз или еще больше. Поэтому бустер – это вообще феерия. И плюс не забывайте, посмотрите сюда, все расчеты ведутся на 200 дней, до 200 дней. Почему? Потому что через 200 дней у ультимы будет халвинг, это потом мы расскажем. И там, конечно, ситуация резко изменится в положительную сторону, это на рынке станет еще в 2 раза меньше монет, цена резко начнет расти наверх, вот поэтому мы считаем только дотуда, а там уже будем исходить из реальных данных на рынке. Опять же, вы будете зарабатывать из ультима пула, из бустер пула и, конечно, получите мега фантастический старт в игре, так что успевайте, получайте и получайте вознаграждение из 3, из 4, а возможно даже из 5 пулов. Как это сделать, расскажу чуть попозже. Сплитинг 3.0 переводит нас вообще в новую категорию бизнеса. Дело в том, что до сплитинга 3.0 всегда нужно было ультиму где-то брать, менять ее на сплиты, сплиты приносят вознаграждение, это всегда такой есть взаимообмен. Со сплитингом 3.0 включается полная функция гипердефляции, это значит модель, где монета
практически полностью сметается с рынка и замораживается в пользовательских кошельках, дабы получать вознаграждение в реальном времени каждые 24 часа на протяжении бесконечности. Да, это минимум 100, на 100 лет, это все за, на 124 года, если быть точным, заточено. И вы видите, что если вы замораживаете, цель в чем? Как можно больше ультим заморозить как можно надольше, чтобы дождаться более высокой цены, чтобы сделать более высокую прибыль. Все просто. Если вся комьюнити, которую мы сейчас начинаем привлекать, начнет замораживать хотя бы понемножку ультима, ее днем с огнем не найти, а цена просто достигать будет каких-то колоссальных значений. Все, у кого сейчас ну, хотя бы есть там, условно, 50 монет, они очень быстро увидят на своих экранах миллион долларов первый. Поэтому считайте, смотрите и делайте. А если это 50 монет, которые еще заморожены, то эти 50 монет будут на вас работать очень-очень интересным образом в большинстве, ну, во многих пулах. Таким образом, друзья, как только сплитинг 3.0 приходит, то сила нашего гипердефляционного токена, который, по сути, мы на протяжении последнего года мы аннулировали, да, и очень сильно разбавляли эту силу, мы ее практически отменили на целый год, потому что на рынок и пользователям выдавали практически до 5 раз больше, практически в 5 раз больше монет. И, конечно, такие инструменты, как халвинг, гипердефляция, да, или даже тот же статус-кво, они не сильно работали, потому что слишком было много монет. С этой практикой мы с 1 августа абсолютно заканчиваем. Мы считаем, что мы наш долг исполнили. Никто не может сказать, что компания где-то припрятала монеты или она их держит, чтобы раздать, чтобы где-то продать или обрушить рынок, или где-то стать нечестным продавцом на рынке и тому подобное, потому что все монеты, которые мы получили, мы их пожертвовали в пользовательский пул. Все, что компания получала, оно все уходило обратно пользователям абсолютно бесплатно. На рынке вы не найдете ни одной такой компании, которая бесплатно все, что она зарабатывала, отдавала пользователям. Да, это просто нонсенс и феномен. Ну, у нас свои мысли по этому поводу. Наша задача за этот год была просто затарить наших пользователей ультимой, чтобы каждому дать шанс, когда сейчас пойдет рост, чтобы никто не сказал, что вот компания заработала, а мы там ничего не заработали. Нет, друзья, мы раздали все, что только могли, даже припрятанные в стенах монеты тоже все были розданы комьюнити. И вот даже монета, которая сейчас из промо, она также идет в сплитинг 2.0, в пул для обратных откупов полностью поступает. Поэтому у компании ничего не будет, чтобы утопить рынок или помешать нашим пользователям. Все вам 100% у вас, все в руках. Ваша задача – просто всегда слушаться золотых правил. Не нас, не еще кого-то. Вот есть золотые правила, они действуют и для биткоина, и для эфира, и для ультимы, для всех. Эти золотые правила вы должны знать. И также понимать, что каждый год в марте происходит халвинг, это значит половина монет становится на рынке меньше. И понимать, что рост неизбежен. Да, первый год эту функцию мы немножко отменили за счет чрезвычайной, чрезмерной щедрости к нашим пользователям. Мы задаривали просто наши комьюнити бесплатными монетами из промо, из пулов, из всяких акций чрезмерной щедрости и тому подобное. Просто мы хотели подготовить нашу комьюнити к тому, что сейчас будет происходить с 1 августа, чтобы максимально те, кто были в первых рядах перед запуском Ultima вот с 1 августа и нашего концепта и сплитинга 3.0, чтобы все были с полными кошельками и могли по достоинству оценить эту технологию и просто начать менять свою жизнь максимально в сторону финансовой свободы и вообще почувствовали, что же это такое, невероятный заработок в блокчейн-индустрии. Это то, чему мы собираемся обучать сотни миллионов пользователей. Опять же, в нашей системе там сильно ничего не поменяется, будут такие же пакеты, но все сплиты, которые раньше продавались, да, из-за сплит-контракты, сейчас дарятся.
Они просто дарятся. Все бустер-сплиты вам будут подарены, все бонусы вам будут подарены. А за что? Вы выбираете пакет, выходит оплата через Ultimo, и вот здесь вот большая разница. Раньше был QR-код для оплаты Ultimo, это значит, ваша Ultimo утекала от вас или в компанию, или в пул ликвидности, наполняя этот пул, а сейчас там будет другой QR-код, который просто в вашем же кошельке замораживает Ultimo, и никуда она не течет, никому не передается, ваше владение никогда не покидает. Вы полностью остаетесь 100% владельцем, и ровно через год вы сможете ее спокойненько забрать. А весь этот год будете использовать все преимущества из Ultimo пула, из Booster и из игрового пула и тому подобное. И не забывайте, пятый источник дохода – это когда вы всю Ultimo, которую получаете, просто отправляете заморозку на заморозку на заморозку на заморозку, и так каждый день до бесконечности. Вот угадайте с трех раз, как сильно начнет расти ваш портфель, если у вас есть такая функция. Плюс то, что вы отправляете на многократную заморозку, вам не обязательно уже замораживать на год. Ну, замораживайте на 10 минут, чтобы всегда оставаться в ликвидности. А если будете отправлять на год, так еще круче, будете еще больше увеличивать ваш портфель. 1 августа мы запустим на Booster Split феноменальную промоушен, просто чтобы обеспечить максимальный взрыв, а максимальный моментум в нашей комьюнити. У нас много миллионов пользователей уже есть, которые сейчас со всех продуктов соединяются в один. Это будет очень крутейшая штука. И все, кто будут замораживать, они просто будут получать баснословное количество вознаграждений. В течение этого года они получат какие-то сумасшедшие числа. Плюс начнут на самых низах рынка и смогут насладиться всем ростом, всем взлетом на крипторынке, благодаря той стратегии, которую мы сейчас с 1 августа запускаем на 100%, но вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, уже запустили. У вас будет калькулятор, где вы сможете все для себя индивидуально посчитать. И самое главное, вот это вообще невероятная наработка нашей технологии. Такого нет ни одной компании. Друзья, смотрите, по сути, какая мы компания? Мы компания, которая продает продукт без продажи. Потому что заморозка – это не продажа. Вы никому ничего не дали, никому ничего не послали, вы ни с чем не расстались. У вас просто в кошельке что-то заморозилось в вашем владении и разморозится через год. Но продукты вы все получили здесь и сейчас, прям в реальном времени. Дальше. У нас как бы компания, которая получает оплату без получения оплаты. Да, который продает. Это инновация вообще в бизнес-слове. Вот на что способна блокчейн-технология. И мы хотим это бизнес-обществу показать. Это же феерия. Не нужно больше на чем-то экономить. Где-то, где конкуренция совсем приобретет другой смысл на рынке. Но мы сейчас с нашим примером запойдем в это направление и всех научим. Все захотят пользоваться этой технологией. Почему? Смотрите, мы продали продукт без продажи продукта, но все равно люди все получили деньги, все получили продукт, мы получили наше преимущество, да, то, что мы хотели, и люди нам ничего не заплатили. Понимаете, насколько это гениально? Дальше происходит следующее. Блокчейн видит, что сделка сделана, все смарт-контракты заключены, и всем, кто активно занимается именно этим бизнесом, а точнее просто рекомендует другим людям замораживать на год. Ну, не на 10 минут замораживать, а на год. При этом, в принципе, кроме нормального рыночного риска, ничего тут особенно не присутствует, потому что никто никому ничего не отдает. Да? Все остается во владении пользователя. И за это блокчейн уже платит вознаграждение всем людям, которые занимаются подобным бизнесом, из так называемого бизнес-пула 2.0. Это уже вторая итерация бизнес-пулов. У нас десятки тысяч пользователей уже получают от блокчейна подобные вознаграждения. В восторге. В восторге. Конечно, первый пул, он
сначала был мега-супер идеальным, потом чуть-чуть не идеальным, мы его доработали. И сейчас со второй версией этой технологии, я думаю, что бизнес-пулы будут на протяжении всего времени оставаться мега-идеальными, мега-крутыми, потому что они также платят вознаграждение каждый день на протяжении всей жизни, они пожизненные, они вечные. Вот в чем дело. Нет ни одной работы там, где можно один раз поработать и вечно зарабатывать, да еще каждый день. Да? Не бывает такого. Где никто не может ничего заблокировать, никто не может забрать. Это феноменальнейшая технология. И эту технологию мы также предлагаем нашим пользователям. Друзья, ну а чтобы все вообще полетело в рост и действительно все произошло максимально эффективно и успешно, мы запускаем 1 августа все 4 пула, и Ultima, и игровой, и бустер, и бизнес 2.0. Взрыв максимально обеспечен. Максимальный фокус, максимальный моментум, максимальный такой ажиотаж и развитие, и рост в августе абсолютно, ну, по-другому и быть не может. Мы уже много раз через это проходили, мы знаем, как это работает. Результаты будут феноменальны, феноменальны. Ну и бот уже запущен, игра уже запущена. Самое главное, да, можете прокликать через там QR-код, но самое главное, лучше получите ссылку от человека, который вас пригласил, не заходите напрямую, потому что вы захотите получать помощь, а по факту вам эту помощь не будут оказывать, если вы не участник команды человека, который вас пригласил. Здесь я вам ее показываю, просто чтобы вы не перепутали, потому что боты ищутся в простом, да, окошке поиска, и можно попасть не в тот. Очень важно, что именно Battle, подчеркивание, нижнее Games, подчеркивание, нижнее Com, еще одно подчеркивание, Bot. Это самое главное, чтобы вы не перепутали. Потому что некоторые игроки зашли сейчас в Dev-боты, это девелоперские боты разработчиков, это тест-боты. Если вы туда попали, выйдите оттуда и идите, и найдите нормальный бот, обратитесь к человеку за ссылкой и не перепутайте. Потому что, к сожалению, сейчас ажиотаж очень сильный. У нас, как я говорю, тысячи игроков уже присутствуют, уже сейчас в игре, как она запустилась, там несколько часов всего, и, конечно, уже результаты у них феноменальные, не упускайте обязательно. И самое главное, поймите, что сейчас идет предстарт. Это значит, что сейчас запустилась сама игра. Там самых функций, кликания, там батлов еще нет. Сейчас нужно получить ресурс огромный, использовать промокод, да, промокод, он называется бустер. Да? Давайте напишем в чате. Бустер, B-O-O-S-T-E-R. Да? Бо-остер, бустер на английском. Если вы его в игре зададите, то вы получите на баланс 5 миллионов игровых евро. Вы с ума сойдете от этого баланса. И самое главное, вам нужно еще больше, этого недостаточно, потому что 1 августа будет airdrop, вам надо намного больше. Там и включится и кликер, и батлка, и там карты, и майнинг, все включится. Так что, но для этого вам нужен стартовый хороший баланс для мощного старта, поэтому ваша задача сейчас всех приглашать, подписываться на все каналы, выполнять все задачи в игре и, конечно, приглашать. Лучше, конечно, заключить премиум аккаунт, чтобы в 5 раз больше получать вознаграждение, и всем советовать тоже заключать премиум аккаунт, чтобы просто больше вознаграждений получать, да и Telegram этому очень тоже сильно обрадуется, такую площадку нам тоже нужно поддерживать. Так что, друзья, полный вперед, не упускайте и не пропустите, самое главное, в правильный бот зарегистрируйтесь и не используйте эту ссылку, идите к тому человеку, который вас пригласил, работайте в командах, от вас не убудет, ему будет приятно, и заодно у вас будет такая сплоченная команда, где все работают как одна огромная армия такая. Так что, друзья, полный вперед. Также у нас, конечно, накопились сейчас вопросы. Да? Давайте вот здесь вот. Давайте здесь. Так, давайте здесь чуть-чуть сделаем это. Здесь маленько подрежем, подредактируем. Да? На этом презентация игры и вообще всей бизнес-модели, связанной с игрой,
закончена, мы ждем вас в игре. Приглашайте, увеличивайте ваши балансы, готовьтесь к 1 августа. И, конечно, airdrop будет феноменальный. Там же сразу запустится и сплитинг, так вы сможете сразу получать вознаграждение из пулов. Здесь и сейчас почувствовать серьезные, реальные, крутые деньги. Поэтому не упускайте нашу технологию и возможность. Помимо этого, конечно, чтобы запустить данную игру, нам нужно отработать часть вопросов, часть вещей, которые повисли в воздухе, домашние задания. И, конечно, здесь очень важно решить вопрос с ростом цены. У нас сейчас закончилась криптозима, у нас была криптозима на протяжении там, последних 3-4 месяцев, и она сейчас подошла к своему концу. Цена уперлась в абсолютный минимум, в абсолютное дно. Это и есть тот знак, который все участники крипторынка ищут. Они все ищут дно, чтобы начать реально закупаться. Вот сейчас и есть время, когда нужно начинать потихонечку, но уже реально закупаться ультимой, дабы сплитинг 3.0 сейчас придет, дабы продукт, конечно, нужно иметь, ну и, конечно, комьюнити сейчас за счет игры будет сильно расти. Наша задача с вами, если мы хотим добиться 100 миллионов пользователей, увеличить комьюнити. И просто так комьюнити увеличить сложно, да, для этого у нас сейчас есть игра, но без игры сложновато, потому что комьюнити идет только на растущий курс. А здесь как бы такой замкнутый круг, что если монета не растет, то комьюнити не идет. Но если комьюнити не идет, то монета не растет. И вот это вот, что появилось раньше, яйцо или курица, вот эта дилемма абсолютно к нам работает. Но в этом уравнении есть очень крутой показатель, это количество монет. И вот на количество монет-то мы можем влиять. Как? Просто создавая на нее спрос или включить наши все инструменты. Это халвинг, это гипердефляция, и тому подобное, да, или повышенная польза для рынка. Так что мы что делаем? Мы запускаем параллельно Web3, мы идем в этот рынок, мы пытаемся стать частью того, наверное, золотого миллиарда, да, который они хотят построить в криптоиндустрии, и построить свои 100 миллионов пользователей, возможно, больше. Здесь мы рассчитываем еще, у нас там такой, на самом деле, очень жесткий расчет. Дело в том, что у нас-то криптозима закончилась, а вот у всей криптоиндустрии криптозима будет между декабрем и мартом начало. И вот тогда-то наше время придет. Мы сейчас подготовимся, усилимся, обучим комьюнити. И когда криптозима у всех остальных начнется, они все начнут жутко страдать и плакать красными слезами, а мы такие красивые, пушистые, такие большие, такие положительные и выгодные, нарисуемся на их горизонте и переймем, возможно, всех тех, кого они не смогут больше обслуживать, так как у них началась криптозима, а у нас только халвинг пройдет. У нас никакой криптозимы там и в помине не будет. Поэтому вот к этому мы моменту еще готовимся. Для этого, конечно, нам нужно включить все наши механизмы сплитинга 3.0 и фризинга и начать растить нашу монету в цене. Без этого никак. Здесь нужно на этом пункте мне четко объяснить, в чем разница сплитинга 1 и 2.0 и сплитинга 3.0. Да? Сплитинг 1 и 2 кардинально отличаются от сплитинга 3.0. В чем их отличие? Дело в том, что в сплитинг 1 и 2 они работают по принципу, что ультиму пользователю нужно отдать пулу. Отдать ликвидностью пулу, который потом будет всю комьюнити вознаграждать. Да? Нужно со своей ультимой расстаться, реально физически расстаться. Вы получаете сплит как некую гарантию для того, что вы будете получать из пула вознаграждение, но сплит не ультима. Его невозможно продать на рынке или еще что-то. Да, это просто вы начинаете получать вознаграждение. Таким образом, в принципе, есть определенные риски, что время может затянуться, курс может посесть, и к этому придется адаптироваться. И здесь, конечно, построение самих пулов
оно существенно отличается. Когда пул получает монеты, он получает их из двух направлений. Первый – это базовое наполнение, гарантированное наполнение, которое делает пул бессмертным, пожизненным, которое никогда не позволит монетам там, иссохнуть до нуля. Да, у нас был один пул, который не имел такой подушки безопасности, да, не имел красных сплитов и высох до нуля. У нас такой пул был, нам пришлось там немножко скомбинировать его с другим пулом, но опять же пришлось искать решение. Но это был один такой у нас в инфраструктуре, больше таких нет. Все остальные построены уже на принципе бессмертия и бесконечности, и они никогда не высохнут. Но это только база, и количество монет, которые приходят из красных сплитов, которых в каждом пуле 1 миллион, оно ограничено. Сейчас это где-то 2,5 монет. Да, 2,5 монеты, которые каждый день в пул заходят. А пул платит 25 монет. Остальные 20, там 2,5, да, ну почти 23 монеты, они пришли из рынка, из каких-то действий компаний, комьюнити, бизнеса и тому подобное. Так вот, сплитинг 2.0 – это реальная передача монеты от людей, от рынка, от компании, от кого хотите в пул, помимо красных сплитов. Сплитинг 3.0 – не имеет такой функции, потому что больше никто никакие монеты никуда не передает, ни на какой сплит не меняет, а работает все по-другому, что он их просто замораживает. А раз он их замораживает, то они в пул не идут. Они никуда не идут. И таким образом все пулы вынуждены работать, все монеты, которые каким-то другим способом были переданы пулу, кроме как через красные сплиты, они рано или поздно заканчиваются, потому что источник иссякает, да, нету нового пополнения, да, это как машина. Вот представьте, что у машины есть бензобак и есть условно солнечная батарея на крыше, которая работает от солнца, и поэтому машина, ну, всегда имеет электричество, да. Так вот, солнце – это красный пул, а сплиты – это такая солнечная батарея. Но машина гибрид, и ее можно, в принципе, заправлять бензином. Но представьте, что вы уехали в пустыню, условно, и нету этих больше заправок. Ну вот все. И в результате вы не можете заправлять машину дополнительным бензином. Вынуждены ездить только от солнечных батарей. Точно так же здесь. Нету больше со сплитингом 3.0, нету никаких дополнительных источников монет для пулов. Поэтому они переходят в статуса quo, переходят исключительно на работу от красных сплитов. Да, здесь нужно четко понять, что существующие пулы от этого, конечно, очень сильно уменьшат свое вознаграждение в день. Сейчас 25, и они перейдут примерно на 2,5, ну там плюс-минус. И здесь нужно, конечно, рассматривать это все в реальном времени, в реальности рынков, что если касается монет, то, конечно, 25 монет в день намного лучше, в 10 раз лучше, чем 2,5 монеты. Но понимаете, в чем здесь фишка? Если сейчас, допустим, представьте, что мы сделаем такие пулы, которые будут платить не 25 монет в день, а 250 монет. Что касается монет, в 10 раз лучше. Но проблема вся в том, что это уменьшит наш курс в 10 раз. И курс будет не 2000, а $200. Поэтому, по сути, в евровом или в долларовом эквиваленте мы только навредим, если мы будем давать больше монет. Вот именно поэтому сейчас цена и немножко ушла вниз. И потому что, ну, понимаете, людям не нужны, не важно, сколько монет. Людям важно, сколько долларов у них, в конце концов, в кармане остается после определенного времени. И здесь нужно понимать, что 25 монет по курсу 2000 – это $50 000 в долларовом эквиваленте, который пул выдает каждый день. А 2,5 монеты по курсу 20 тысяч – это те же самые $50 000, которые пул отрабатывает за сутки. Так что чисто экономически разницы сильно не будет. Да, будет определенное время для разгона, потому что от 2000 до 20 нужно еще долететь. Но я думаю, что с нашей стратегией мы быстро это время преодолеем. С экономической точки зрения разницы может и нет, но чисто с бизнесовой и с психологической точки зрения разница огромная. Почему? Потому что курс в 2000, он очень сильно
нам мешает растить комьюнити и очень сильно мешает развивать бизнес. Почему? Ну, потому что у нас позиция на CoinMarketCap, например, 500-я. Это делает нас практически невидимыми для всего рынка. Плюс люди видят падающую цену на графике, и поэтому они задаются вопросами, ну как мы можем приходить в токен, который падает? Они же не понимают, что люди получают пятикратное количество монет, да, что в принципе их выравнивают дополнительными монетами. Но люди видят только падающую цену, поэтому хейтеры, конечно, проходятся по нам вдоль и поперек. Ну и, конечно, количество отказов тоже достаточно высокое, да, потому что люди видят в первую секунду, с нами не разбираются, видят негативный график и, конечно, боятся. Да, просто боятся. Здесь нужно... Так. Какой-то звук странный, ну ничего. Значит, здесь нужно просто понимать, что для развития нужны определенные параметры. И курс в 20 тысяч нам эти параметры дает. Во-первых, все, что будет расти от 2 тысяч до 20, создаст невероятный взрыв. Просто максимальный бум, максимальную эйфорию. Там пол рынка просто к нам на рост придут просто ради роста. Также это даст нам топ-100 позицию на CoinMarketCap. Также это даст нам возможность нашу игру запустить во всю мощь, во всю скорость и, возможно, до 2025-2026 года выйти на эти 100 миллионов пользователей, на эти 100 миллионов заветное это число и развиться совсем другим, с другой скоростью. Потому что, друзья, будем честными, игре тоже нужна положительная динамика роста курса Ultima. Почему? Да просто потому что, понятно, листинг – это такое, они придут, скажут, хорошо, на листинге мы понимаем, как заработать. На использовании монеты в игровой площадке тоже круто. А сплитинг – это что? Ага, Ultima получаем. А что такое Ultima? А это монета, которая падает? Ну все, значит, условно, неинтересно. А если будет, они будут смотреть, а что такое Ultima? Это Ultima, которая растет, соответственно, количество комьюнити будет феноменальное. Ну и чтобы увеличить, просто максимально увеличить рост цены и бум, и вообще весь моментум, мы запускаем дополнительно еще 4 пула, и эти 4 пула создадут просто невероятную волну, он просто взрыв будет, максимальная фокусировка, максимальный бизнес, максимальное приглашение, максимальная активность пользователей, это все принесут эти 4 пула, мы это уже делали, это просто, это феноменальнейший эффект в росте комьюнити, ликвидности, пользы, в настроении пользователей и тому подобное. Здесь важно понимать, чтобы запустить эту модель, нам нужно запустить новые пулы. Эти новые пулы базироваться могут только на красных сплитах. Так что мы запускаем Ultima Pool с 5 миллионами сплитов, Booster Pool 2 миллиона сплитов, Game Pool 2 миллиона сплитов. И, конечно, дабы всех пользователей, которые уже владеют VIP-сплитами красными, которые немножко расстроятся, конечно, увеличением красных сплитов в системе, потому что мы вынуждены будем покупать их, да, за свои деньги и опять их жертвовать, да, на благо комьюнити, они получат дополнительный пул, где они получат дополнительные сплиты абсолютно бесплатно, так называемый VIP 2.0. Опять же, это не замена, это в подарок. Они будут начислены за лицензии, которые за красные лицензии, которые были куплены за Ultima. Всего у нас будет около 10 пулов. И здесь очень четко нужно понимать, что у нас эти все пулы запустятся 1 августа, кроме тех, кто уже, да, которые уже запустились. Поэтому Ultima Pool запускается. Кто запускается 1 августа? Ultima, Booster, Game, Business Pool 2.0, VIP Pool 2.0, Royal, Farm и Premium. Да, эти все запускаются, а Gold и Business 1, они уже работают. Здесь нужно понимать, что Royal, понятно, запустится 1 августа.
Будет еще так называемый фарм и кэшбэк пул. Что это такое? Дело в том, что из старой технологии, у нас раньше был не сплитинг, а был фарминг, у нас в дашбортах у пользователей осталось количество ультим, которые ежедневно выходили раньше на рынок, их количество примерно 50 монет в день. И, конечно, чтобы воспользоваться данной технологией, мы до марта этого следующего года не можем просто позволить этому количеству монет выйти на рынок, ну, никаким образом. Тем более, эти монеты были подарены технологией со специальной многократной наработкой и с промоушеном и тому подобное. Да, там, на самом деле, все хорошо. Эти пользователи все получат специальный пул, в котором будет лежать 1 миллион сплитов. И опять же, мы будем в марте смотреть на результаты вообще этой стратегии. Опять же, вся эта стратегия, она сейчас не навсегда, она рассчитана до марта 2025 года, примерно на сколько, на что у нас, 6-7-8 месяцев. И там мы уже будем смотреть на реальные результаты и будем уже исходить из результатов, которые мы смогли добиться, и смотреть, нужны нам какие-то еще правки, улучшения, нужны нам какие-то поиски новых каких-то решений дополнительных, чтобы как-то отблагодарить дополнительно нашу комьюнити или нет. Да? Поэтому все круто, идем до марта, но я уверен, что результаты у нас будут феноменальны. Единственный пул, который сейчас попадает, так можно сказать, между двух огней, это переход, не успевший запуск там сплитинга 2.0 и уже наступивший сплитинг 3.0, это наш премиум пул. Дело в том, что расчет у него был 25 монет в день, которые сейчас ну просто никак не могут запуститься, если мы хотим эту стратегию воплотить в жизнь. А то, что мы ее не воплотим, это просто вообще даже не может обсуждаться, потому что этот шанс получить такую большую комьюнити нам выпал за последние 8 лет первый раз. Такого шанса не было никогда. Его просто не было. И я уверен, что окно где-то до конца года, также до марта, как мы считаем, плюс-минус присутствует. Потом оно закроется, скорее всего. И мы, возможно, в следующие 8 лет тоже этого шанса не получим. Поэтому нам нужно сейчас всем собраться, всем сплотиться, всем договориться, всем проявить максимальное понимание к этому и поработать просто на наше общее благо, потому что как только мы привлечем хотя бы 10 миллионов пользователей, а мы рассчитываем на 100 миллионов или даже выше, вон у хомяка 200 миллионов. У него даже компании нету, ни SEO нету, никого нету, ни команды, ничего. Просто бот в Телеграме 200 миллионов пользователей. Нифига себе. Ничего нет. А мы технологически, мы их круче всех вместе взятых. Поэтому я рассчитываю, что у нас, в принципе, шансы очень-очень хорошие. А с вашей поддержкой, если вы отложите все возражения, все вопросы, все сомнения в сторону и максимально, вот просто максимально этот месяц дадите газу, и потом до марта со мной по максимуму отработаете, ну, сначала до ноября, потому что там будет листинг. Когда вы увидите листинг, все вообще станет понятно и ясно. И я думаю, что листинг будет феноменальный, и до марта там будет следующий халвинг, и там мы покажем просто феноменальные дополнительные там результаты из второго тура. Поэтому наша задача сейчас просто взять и сделать эту технологию, сделать этот шаг вперед, добиться этих результатов. Ну, а там уже в марте будем смотреть на реальную картинку и предлагать те или иные решения. Возможно, никаких дополнительных решений не понадобится. Если понадобится, ну, вы знаете, мы всегда предлагаем решения. Мы и в этот раз никого, как говорится, не забудем, потому что мы все вместе работаем на наше общее благо вот уже много лет. Поэтому премиум пул тоже запустится с миллиона сплитов, это сейчас где-то 2,5 монеты, и значит, здесь очень просто. Да? На самом деле у премиум пула очень все легко и просто. Почему? Премиум пул, он подвязан к сплитингу 2.0, это значит, у него есть пул обратного откупа. И мое предложение такое, просто давайте мы сейчас запустимся, вы посмотрите на протяжении нескольких месяцев, возможно, того же декабря или до марта, посмотрите на то, как премиум пул работает. Если, я уверен, это будет феноменальный результат, он будет лучше работать, наверное, чем все пулы вместе взятые. Ну, не вместе взятые, может, по отдельности, но лучше. Потому что у него меньше просто сплитов, потому что там промо сумасшедшая. Ну и, конечно, все равно кто-то будет выходить из этого пула и будет увеличивать ежедневные вознаграждения у тех, кто остался.
да, поэтому, ну, те, кто уйдут, заберут ликвидность, а все, кто останутся, будут зарабатывать в разы больше. Поэтому, если вы попробуете и вам не понравится, вы просто выйдете, да, вы просто скажете, я не хочу, вы просто отдадите ваши премиум сплиты обратно пулу, заберете вашу ликвидность и примените их по какой-то другой стратегии или, возможно, навсегда покинете нашу систему. Это тоже возможно, да, мы никого тут силой не удерживаем. Поэтому, друзья, просто запускаемся, двигаемся вперед, идем по нашей стратегии и с целью добиться 100 миллионов пользователей, чего бы этого ни стоило, что бы кто ни сказал, что бы кто ни подумал или еще что-то, это сейчас не важно. Наша задача заскочить в этот поезд, который уже уехал и летится с огромной скоростью, там уже 200 миллионов наконопатили другие. Нам на самом деле пора запрыгивать, и мы уже сегодня приступили к этому. Да, мы тоже заскочили на поезд и поехали очень-очень быстро. Поэтому, друзья, полный вперед. Все, на этом моя презентация сейчас закончена. Давайте я отвечу на пару вопросов. Опять же, мои вопросы должны касаться исключительно презентации и этой модели. Никаких сторонних вопросов. На сторонние вопросы создадим список, сделаем отдельный вебинар, отдельную презентацию, и я смогу на них ответить. Сейчас нужно сфокусироваться именно на этот план и на это движение. Коротко перезапущу и приступлю. Так, я тут думал, что у меня за посторонние звуки. А это настолько энергично я рассказываю, что у меня люстра начала сверху шататься, и лампочки друг от друга бьются. Так что извините, если были помехи. Я просто не понимал, откуда они идут. Так, ну что, давайте смотрим. Алекс, все феноменально. Будет ли изменение маркетинга? Прокомментирую дальнейшую судьбу бизнес-пула. Друзья, все круто в бизнес-пуле, все круто. Бизнес-1, БСП-1 продолжает работать, как и работал. БСП-2 – дополнительный пул, все дополнительно, поэтому ну, здесь вообще вам ничего не нужно, ничего опасаться. Заработка станет больше, быстрее. Представляете, вы сейчас запуститесь и будете получать преимущество, ну, будете комиссию получать уже в БСП-2, да, в БСП-2. Все, кто закроет в нем ранги, на момент станут сразу китами. И тому подобное. Все новички, которые сейчас запустятся, будут видеть не те числа, которые видят сейчас, когда они уже пришли, когда уже пул большой и, в принципе, поделен, а самое начало в раздаче, поэтому все будут просто в восторге. Смарт, на самом деле, сегодня должен был запуститься. Игорь, если со мной, прокомментируй, запустился вывод смарта или нет, но я вижу по цене, что цену сейчас начали лить, конечно, да, запустился, скорее всего. Поэтому, ну да, вижу, что запустил, выплаты зашли. Здесь очень важно еще по пулам, друзья. До первого, вот вы сейчас выводите, все, кто выводит. Вы можете идти, конечно, продавать, но мой вам совет. Пойдите, сделайте стейкинг, получите энергию бандвис и начните кликать и забирать вознаграждение из пулов, какое бы это ни было. Вспомните опыт с зелеными пулами, когда закончились монеты. Чтобы у вас так не получилось, что вы месяц или два или три ничего не брали, пришли, а там монет нет. Поэтому ваша задача сейчас этот пул разобрать как можно быстрее, потому что сейчас это сообщение прослушают большие ребята, пойдут и выгребут пул, и вы будете вынуждены запустить ваши счетчики заново. Поэтому, пожалуйста, сейчас пойдите и начните в течение этого месяца забирать практически все. Во-первых, сейчас заберите все, что можете, и потом желательно каждый день по чуть-чуть забирайте и жгите энергию и бандвис, а не смарт. Да, все, Игорь подтвердил. Да, там приглашение друзей, компания, сторонние эти самые. У нас все запланировано, но опять же, это не связано никак с нашей комьюнити. У нас свои мероприятия, мы их и будем
Мы их будем исполнять. Сейчас мы с двух сторон, да, с одной стороны наша бизнес-платформа и бизнес-сообщество работает над продвижением, с другой стороны мы как компания тоже работаем над продвижением. Так, опять же, прошу, не задавайте вопросы, которые не касаются этой презентации. Не уводите меня в сторону. Да? Так. Все, что будет даваться или не будет отдаваться, ждите официальных анонсов. Красные пулы заберут у нас, чтобы обменять. Нет, никто ничего забрать не может, все децентрализовано. У вас будут теперь два красных сплита. VIP-1 и VIP-2. Вот и все, будете получать из двух пулов. Это в плюс дополнительный подарок. А правильно я понимаю, что все пулы будут добывать по 2,5 монеты в день. Друзья, будут добывать, исходя из того, сколько миллион или 2 или 5 миллионов сплитов платят. Вот и все. Это будет какое-то число на ежедневной основе подсчитано. Поэтому мы исходим из первоначального там 2,5, но опять же это число может варьироваться. На самом деле это не важно. Оно будет все равно корректироваться повышением цены. Опять свечат. Так. У нас есть VIP 11 пулов. Нет. VIP это он вне. Если ссылку взяла у другого, могу ли повторно попросить ссылку игры у своего спонсора? Нет, не можете. Так. Алекс, когда будет выводить Ultima баланс фарминга? Не будут, друзья. Для этого есть, запускается сейчас фарминговый пул, и можно будет только через фарминговые сплиты выводить ультиму. На все балансы вы сможете купить сплит, ну, как сейчас делается с Royal пулом, да, за смарты покупается Royal. Так что вот так. Мы должны сейчас следовать статусу quo, мы должны выровнять и полностью реконструировать нашу цену, снова увеличить комьюнити рост и тому подобное. Тем более, ну, фермы там с такой скоростью конопатят ультиму, знаете, эта технология уже нами не поддерживается. Мы сейчас пытаемся дать решение, вот один из вариантов решений. В марте будем смотреть, как решение себя показало. Здравствуйте, игру не объявят плагиатом хомячка. Да как то, какой плагиатом? Нет. Во-первых, хомяк скопировал это у ноткоина. Да, ноткоин прародитель. Все игры, в принципе, копируют ноткоин, добавляют что-то свое. А у хомяка даже компании нет, ни SEO нет, никого нет. Кто там что-то должен объявить? И опять же, это не плагиат. Да, это доработка, улучшение. Опять же, поймите, чтобы вы понимали, почему именно в таком формате. Там уже есть комьюнити 200 миллионов, которая обучена, привыкшая. Зачем мы будем их переучивать? Зачем мы будем вводить им что-то новое? Нужно дать то, к чему, что они хотят, что они умеют, что они знают. И чтобы они просто, ну, даже не почувствовали, как они все к нам перешли. Ну, это такое, знаете. Понимаете? Опять же, это как с автомобилями. Все автомобили построены, в принципе, по одинаковому принципу. Да, чтобы водитель, который проходил, например, на одной марке модели, мог сесть за другую марку и просто поехать. Да, у них есть какие-то фишки до сюда, но у них у всех есть руль, у всех есть педали, у всех есть коробка передач, тормоз и тому подобное. Да, лобовое стекло, боковые, там, блок и тому подобное. Поэтому, ну, точно такая же модель. Одинаковая форма, да, дизайн немножко другой, а в принципе все это одинаково. Да. Так, смарт получаем. Как предлагать детские игры взрослым дядям и тетям? Ну, друзья, во-первых, все играют в игры. Есть такая категория таймкиллеры, да, убийцы времени. Когда вы едете в автобусах, в метро, еще где-то, постоянно что-то делаете. И опять же, не хотите игры предлагать взрослым дядям и тетям, третье, десятое. Знаете, что взрослые дяди не играют в игры, я играю. Вот я взрослый дядя, я играю прекрасно в игры. Из того же хомяка у меня там 100 миллионов. 100 миллионов там предпоследний ранг и тому подобное. Я буду также в нашу игру играть. Почему нет? Это же прикольно. Все равно у вас есть всегда какое-то свободное время. Плюс, опять же,
Те, кто не будут играть, ну, пожалуйста, это же только бонус. У нас же есть конкретный продукт. Тот, кто хочет прям серьезно-серьезно, а какая проблема? Вот у нас есть продукт, заморозка ультимы, получение бустер сплита, а игровой баланс, ну, не знаю, детям подарят. Или просто, просто раздарят, какая разница. Игра – это же способ приглашения в комьюнити. Сколько по времени будет вывод смарта? Одну неделю, друзья. Да, сейчас первое, понедельник, следующий понедельник все отключится и на 12 месяцев уже не включится. Сейчас тапалка работает. Нет, тапалка еще не включена. Сейчас в течение недели мы нарабатываем первоначальное количество комьюнити, отрабатываем все фишки, да, все, весь функционал. И потом уже включится тапалка, карты и батлка, и все потихонечку будет до 1 августа включаться. Там есть в игре есть реферальная система, но она одноуровневая и касается только игры. Она с нашей реферальной системой никак вообще не связана. Все, кто брал красные сплиты, получат еще 2-0 VIP-сплиты. Да, именно так. Скажите про игру. 1 миллиард монеток в игре будет точно, 0,1 доллара на бирже. Опять же, вы наработаете сначала 1 миллиард монеток. Там другая механика, мы это все вам расскажем. И да, мы листить будем однозначно с 10 центов. Это будет первоначальная стоимость, так что не волнуйтесь. И монетки в игре не путайте с монетками в airdrop. Это мы все расскажем и покажем. Заполнять открытые красные лицензии тогда не нужно. Ну, вы можете их заполнять, можете не заполнять. Я ж не знаю, какие у вас там. Да? Опять же, всегда нужно использовать сначала самые выгодные продукты, а потом уже дозаполнять те, которые, возможно, не такие выгодные. Кэшбэк ультимы тоже в пул идут. Вся ультима, которая будет выходить на рынок, будет выходить только через сплиты и пулы, чтобы 25 ультим в день не нарушались никогда. Во всяком случае, до марта. А как мы будем получать бонусы за то, что будем рекомендовать людям фризить ультиму на кошельке? Как будут знать, что именно мы рекомендовали? Все очень просто, это же происходит через личный кабинет, вот через эти пакеты. А для этого человек должен быть залогинен и авторизован. Поэтому здесь все четко. Когда можно будет кликать в игре, работаем. Как обеспечивается спрос на ультиму, то есть обеспечение необходимости купить ультиму за USDT. Ну, вы же знаете нашу систему, у нас очень обширная система, и спрос ультимы очень серьезный. Тем более сам Ultima Pool, который обеспечивает дополнительное вознаграждение за то, что вы замораживаете ультиму, это колоссальный спрос на ультиму. Все захотят. Ну, сплитинг сам по себе создает спрос сам на себя. Это гениально. Так, есть ли информация по реферальному количеству премиум сплитов на сегодняшний день? Сколько вы принесли? Было 720 или что такое, без промо, да, в чистом виде. Да, серьезные, он как еще как играет. Я всем говорю, что ультима внучка биткоина. Ну, посмотрим. Курс смарта на всем этом поднимется. Ну, пока беспрепятственный вывод, он пока валит курс, но я думаю, что просто долго не выводили, сейчас амортизируется цена, придет в это, потом в следующий понедельник все уже закроется на год, и там курс очень сильно восстановится. Не забывайте, что, конечно, смарт при всем участвует всегда. Так, когда придут смарт-вывод... Так, это там работает, на свопинге работает. Спасибо, за 5 миллионов получила. Один раз приглашаю, тапок из-за своего лично приглашенного. Да. Так. Почему не используется смарт в играх? Ну, смарт, потому что для этого пока не предназначен. Слишком уж много его у вас. VIP. Пул 2.0 имеет технологию обратного откупа? Нет. И бизнес-пул 2.0 нет. Только
премиум пул и подключен к сплитингу 2.0. Планируем BSP 1 и золотой, но это все после марта. Пока нету таких у нас сейчас подключателей, пока только разрабатываем. Так, что будет с незаполненными красными лицензиями? Так заполняйте, кто вам мешает. Так, все, в принципе, все вопросы здесь уже я объяснил, рассказал. Давайте на этом тогда презентацию закончим. Все, я, говорит, и в хамстер тапсвопал, и еще многое другое. Ну, так правильно. Спасибо, друзья. Дайте обратную связь. Я вижу, тут вопросов, в принципе, практически нет. Мы все домашние задания доделаем. Мы много уже закрыли. И к 1 августа все полетим просто на Луну. Так что готовьтесь, затаривайтесь ультимо, не вздумайте продавать. Затаривайтесь также премиум сплитами. Они, на самом деле, уникальные. В любой момент, может, захотите выйти обратно, так выйдите. Но ваша ликвидность, именно евровая ликвидность, у них абсолютно защищена. Просто посмотрите по результату, как это будет работать. Я уверен, что результат вам очень сильно понравится. Все, что премиум пул вам будет приносить, будете отправлять также в бустер и также в заморозку, также в бустер будете получать и от ультимы, и еще от игры. Вот у вас будет 4 возможности дохода и заработка от вознаграждений из премиум. Я думаю, что никто в обиде не останется. Друзья, полный вперед. Так, ну что, как вам вебинар, как вам информация, кто попробовал уже игру, как это круто. Самое главное, заходите в правильный, подписывайтесь на все ресурсы и делитесь. У вас у всех в Телеграме как минимум по 300 контактов. Полный вперед. Главное, правильно скажите, что это предстарт. Сейчас получаете бонус 5 миллионов, код бустер, всем его раздайте. Всем раздайте, пусть все получат крутейший старт. И 1 августа начнем просто. Я думаю, что до 1 августа у нас реально может уже быть 2, 3, 4, 5 миллионов пользователей, если мы все реально зажгемся. Но от 1 августа от 5 уже до 100, там, ну, всего лишь там еще по 20 человек каждому пригласить. И все. Так, ну что, все супер, ждем всех запусков. Благодарю. Так. Отменила продажу ультима. Отлично. Не нужно ее продавать. Вы чего? Вы днем с огнем ее потом. Когда вы еще по 2000 ее купите? Вы чего? Она сейчас после августа пойдет прямиком на 20. Все, кто продают, будут очень об этом жалеть. Спасибо. Ура, полетим. Космос. Супер новости. Все здорово. Огромная благодарность Алексу за колоссальную работу. Круто. Супер идеи, спасибо, спасибо за игру, благодарю, благодарю, спасибо, круть, спасибо, это просто супер-супер новости. Все, друзья, большое спасибо, вебинар, я думаю, получился на славу, запись будет, единственное, что, скорее всего, вопросы, ответы на вопросы отдадим отдельным блоком. Друзья, полный вперед, всем пока.